запахло весной. Метелям отбой. Хозяин седой. Здрасте, мы из СИН. Вот и мужчина с микрофоном говорил, что мы из СИН. Дай по нам принцип видно, что мы не из ПГУ. Нам часто говорят, КВН – игра молодых, перспективных, талантливых людей. Вы-то что здесь забыли? Объясняю. Приказ номер 80 от 7 марта 2023 года с целью популяризации движения КВН в уголовно-исполнительной системе, а также во исполнение пункта 5.11 плана мероприятий. Николаич, это КВН. Здесь шутят, танцуют. Ну, хочешь, танцуй. Команде КВН знак качества составит согласно принять участие в 1/8 финала первой лиги КВН в городе Пермь. Для подготовки команды к участию в игре, так, это можно пропустить, придумали потеху, обеспечить сотрудников, обывающих служебную командировку денежными средствами на командировочные расходы, шутники. Приказ закончился. Короче, набрали самых талантливых. Не, ну у нас еще талантливее. Но это самые талантливые из тех, кого можно было привезти без конвоя. Занимайтесь. Вот на сцене коллектив. Веселый он и дружный. А на работе говорят, нахрен это нужно. Для вас поет победительница вокального конкурса для людей с ограниченными музыкальными возможностями Ирина Игоревна. Можно без отчества? Можно. Поет Ирина. 39 лет. Песня о Перми. В каме моются медведи, ходит лось вперед-назад. Пермь была аутентичной 300 лет тому назад. Ах, тюрьма, тюрьма, ты матушка. Ах, СИЗО, ты дяхан мой родной. Именно так бы сказала Ангелина Вовк, если бы все-таки села в 83-м за валютные махинации. Встречайте, Елена, бывшая начальника склада, бывшая начальника отдела и действующая начальника учреждения. Так сказать, победительница конкурса только вверх по карьерной лестнице. Ты достала намекать, что я это... Как ее? Девушка с низкой социальной ответственностью. Выучила все-таки, проститутка. Что ты сказала? Так, отстави. Это что за скандалы? Или вы забыли, для чего мы здесь? Так я напомню. Приказ в целях популяризации движения КВН в уголовно-исполнительной системе. Так, успокойся. Кстати, меня генерал попросил грамоту вручить. Маслякову АВ. Кто это? Ведущий КВН. Почетная грамота за популяризацию движения КВН в уголовно-исполнительной системе. Отставить. Ты что, грамоту от приказа отличить не можешь? Награждается Маслякова В.
Спасибо вам за КВН, Антон Владимирович. Николаич, это не Антон Владимирович. Антон Владимирович Масляков в Москве. Обрадовался. Так, давайте кому-нибудь в жюри напряжем грамоту в Москву передать. А если они не согласятся? Лена, фраза «давайте кого-нибудь напряжем» не подразумевает согласия второй стороны. Кого напрягать будем? Ну вот, Рубен Партивян, его заместитель. Не-не, я через Армян больше ничего передавать не буду. Мне хватит истории с документами на квартиру. Кто там еще? Игорь Ознобихин, известный пермский участковый. Не, он ненадежный, он участковый. Ему работать надо, он вон на КВН сидит. Еще кто? Алексей Кривеня. Кстати, он с Армавира, наш земляк. Не, через своих лучше не передавать. Дороже, чем через армян получится. Походу, дядька без грамоты остался. Ладно, ставьте оценки, мы поехали. Николаевич, здесь нет оценок. Сейчас жюри скажут 5 «да» и все. Че? Это что получается? Генерал спросит, что у вас там с КВНом, а я что скажу? Товарищ генерал, у нас с КВНом 5 «да», да? Да. 5 «да». Николаич! Николаич, ну мы сейчас проиграем. Лена, поверь мне, вне зависимости от того, проиграем, не проиграем. Если у нас будет приказ, то мы сюда приедем по-любому. Заканчивайте. Мы убежали от рабочей суеты. Пустились в путь для восполнения мечты. Пермь встретила радушно нас. Нашей формы синий, пускай все знают, это син России. Вас полюбили сразу, и это от души не по приказу. А с вами была команда КВН «Знак качества». Всем спасибо, все свободны. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий иней, она так чувствует себя богиней. Что ж, действительно, это была команда КВН «Знак качества», и сейчас она ждет решения нашего жюри. Игорь, очень интересно ваше мнение по поводу этого коллектива. Так, ну я не знаю, кто будет звонить командам, которые должны выступать завтра, и намекать, что можно, в принципе, завтра и не приезжать сюда. Но я думаю, что проще всего это сделать самим ребятам, их, в принципе, должны послушать. Мое, конечно же, да. Итак, первое «да» в копилке команды. Продолжим. Алексей Кривеня, земляк. Ребят, мы земляки. Я вас знаю, я вас видел. Я до вас пропустил 4 команды. Да, вы следующая? Конечно, да. Аля. Так, ну мне понравилась команда. Очень, так сказать. Давайте Рубен скажет. А давайте.
Рубен Грантович, у вас уже и руки там трясутся, я слышу. Ребят, дайте грамоту, я все-таки отвезу эту грамоту. Я... Перед вами выступала команда, вот я заметил, да, Негодин. Вот так бегают на конвоях, по-моему, когда руки назад. И спасибо, что ребят научили стилю, дали стиль. А так, команда замечательная, знак качества, я говорю «да». Отлично. Юлия Баландина, скажите вы. Очень переживаю за то, что ребята прям проговаривали, что на работе вообще некогда, и сюда вырвались они. Ну, как не сказать о том, что, ну, вот второй шанс, чтобы вырваться снова и приехать в Пермь, и оторваться от работы, ну-ка, конечно, да. И мы поздравляем команду «Знак качества» с тем, что они проходят в следующий этап первой лиги. Команда КВН «Знак качества» выражает благодарность руководству Федеральной службы исполнения наказания и Управления Федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю и лично директору службы Аркадию Александровичу Гостеву и начальнику управления Виктору Владимировичу Пестову.